помню, когда упал, конечно, очень сильно переживал тот момент, как они ко мне вернутся. Ну, то есть, как они ко мне отнесутся, потому что я с ними не общался где-то месяца 4. Я пришел, как есть, расскажу вам. Первое, они даже не смотрят, у них зрение очень слабенькое, у медведей. Я к ним когда подошел, протянул им свои руки, и они долго и детально меня обнюхивали, изучали. В общем-то, запах-то свой, родной, и приняли, конечно. Все, все, все.